Классная передача Семенова на скорость. Дника, проход к воротам, добивание, гол! Акбарс выходит вперед! Вот, я так понимаю, что Воробьев сейчас хочет взять челлендж на положение вне игры. Почему? Я беру! На повеску ставлю, я беру! На повеску ставлю! Внимание! После видеопросмотра определено. Была помеха вратарю, взять ворот нет. И классная работа штаба «Металлурга». День. Одну. Малочку. А вот сейчас Белялов оказывается бессилен, и Егор Коровкин добивает своего. 1-0. Металлург выходит вперед. Провели как бы этот цикл, выиграли в Казахстане, сейчас с хорошим настроением готовимся к сегодняшней игре, а выходной сделал минимальные дела, отдохнул дома, провел время с девушкой. Да, мы гуляли и в парке каком-то, точно не уверен, и ходили в притяжение, тоже погуляли немножко, ну, освоился, да, все устраивает, все хорошо. Нравится? Да, конечно. За последние 2 недели. Похоже на плей-офф. В каком-то плане, да. Мы проиграли прошлую игру и сегодня сделаем все, чтобы победить. Да, безусловно, игры с Акбарсом, они всегда такие хорошие получаются, интересные. И поэтому, да, жду сложной игры, но и надеюсь, что мы победим. Да, безусловно, поддержка болельщиков для нас очень важна, и с нетерпением ждем фанатов на игре. Давай, зерно. Мирилу Мандейс! Момент этот нужно начинать прямо сразу со вбрасывания, потому что магнитогорцы это вбрасывание выиграли, и сработала домашняя заготовка. На фоне фотография. Вот этому молодому человеку ты забил сегодня, расскажи. Да, классно. Ну ничего, с набрасывания выходили, договорились, что делать будем, и такая домашняя заготовочка получилась. И хорошо попал, там Пашка закрыл, Юров закрыл вратаря, и классно попала шайба. Очень плотная напряженная игра, как и ожидалось в Казани, да, играем третий раз, поэтому, в принципе, уже друг друга, я думаю, изучили. В первом периоде были моменты, во втором нам пришлось много обороняться, у нас накладывались смены, но все равно мы выиграли по броскам этот период, да, и моменты были с двух сторон. Я думаю, что вратари здорово сыграли, да, оба вратаря здорово сыграли. Еще там два парня наверху здорово сыграли, когда Даня гол забил. Увидели хорошо, Мельников и Полей увидели, и Клемен тоже, Махорич, да, увидели, что там было касание головы, что немножко он помешал, и здорово сработали, передали нам. Гол отменили, потом в большинстве мы здорово реализовали, и на жилах выиграли очень хороший матч. Юров готовится, Юров! Идите, ребят! Да. А,
Ну и все, нормально работаем, архив следующий. Говорятся, дайте шайбу, ребят! Останавливаться, выигрывать эти шайбы все! Скоро, стоп! Скоро, пошел Юра! Брэндон Лайпциг. Мае. Пас через центр. Бросок. Гол! Как же здорово они это сделали. Никита Коростелев. Бросал в ту точку несколько раз в игре. Во втором периоде, по-моему, она там почти подмышку прошла у него, насколько я помню. И как бы на перекате вратаря попробовал поймать, и слава богу, получилось. Когда Егор был, хорошо попал, когда я тоже, великолепная передача у Фила была мне на клюшку, поэтому как бы мы же не Барселона, завозить ее туда, правильно? Поэтому ну, бросать, вроде команда мастеров должны бросать уметь. Классно получилось, что наши видеографы опять не устанут повторять, они лучшие у нас в лиге, я считаю. Опять отменили гол, красавцы. Наши видеотренеры опять, снимаю шляпу, помогли нам в нужный момент. Поэтому да, все отлично, с победой, дальше готовимся. Молодцы, ребят, где надо забронялись, да, где надо забили, где надо заблокировали броски. Эдди молодец, Яша, Серега в очередной раз, где вы есть? Красавцы, да? Давайте выдыхайте, отдыхайте, у нас автомобилисты, это матч, да, за первое место на Востоке, потом у нас трактор, у нас этот месяц, да, у нас все матчи такие, да. Поэтому горжусь вами, сейчас мы это забыли слово, да, сейчас уже мы все выдохнули, да, и опять готовимся, да. Готовимся на следующий матч. Красавцы, ребят! Братва, все молочки, всех с победой. Все старались, работали, но сегодня хочу отдать Коре. Мужики, красавцы, всех с победой. Давай не расслабляйтесь, готовимся дальше. На камеру только делают. Только пришел. Ну, Коростелева сними тебе. Как? А, уже закончил. Ты даже снять его не успел. Сколько? Два? Пять.